от ресепшн, дальше вам покажу зал. Это зал борьбы. Здесь проводятся тренировки по кикбоксингу, по боевому самбо. На данный момент тренировка кикбоксингу проводит Андрей Киемчук. Ребята, занимайтесь спортом, любите спорт, и у вас все будет четко. В нашем зале тренировки по самбо проводит Юрий Швед и однократный чемпион Украины. Физические нагрузки, тренировки для детей – это не только как физкультура, но и стремление, развитие. Это закаляет, это ведет, это вырабатывается воля к победе, к жизни, к культуре, ко всему. Бросайте вредные привычки, не будьте слабыми, приходите ко мне. В фитнес-клубе «Стимул» есть такие услуги, как массажный кабинет, солярий и кабинет косметолога. Здесь на старте зона, вот мы сейчас можем протестировать беговую дорожку. Полденс – це акробатичний напрямок фітнесу, який спрямований на розвиток гнучкості, пластичності та сили. Фітнес клубі «Стимул» бачить такі направлення, як «Фітмікс», «ТРХ», «Детський фітнес плюс 11». Якщо ви не знайдете час для спорту, значить ви точно знайдете час для болезні. Приходіть. Занимаясь степ-аэробикой, вы сможете сбросить лишний вес и улучшить фигуру весьма за короткий срок. Скульптура тела – это фитнес-тренування, что побудовано на зміні аэробных и силовых блоков. Это помогает как укрепить м'язи, так и витратить много калорий. Подходит для всех рівнів. Это основной зал фитнес-клуба «Стимул». Он разделен на две зоны. Первая зона с грузоплощными тренажерами, вторая зона со свободным весом.